Весенне-летний сезон по всей России можно назвать пожароопасным. Горят не только лесные массивы и торфяные болота, но и объекты транспорта. На Горьковской железной дороге объявлена боевая готовность к чрезвычайным ситуациям. Там регулярно проверяют личный состав добровольных пожарных дружин и специализированных расчетов. Свидетелем одной из таких тренировок стал Сергей Беляк. Мотор вагоном депо узла Горький Московский все уже знают. При этом сигнале нужно без паники спокойно покинуть здание и предоставить пожарным заняться локализацией огня. Добровольная пожарная дружина контролирует процесс эвакуации. Спасенные от огня работники депо принимают инструкции по действиям в случае пожара. Все вопросы, элементы пожарной безопасности, они сегодня отрабатываются не должны не только руководителями производства, они в первую очередь отрабатываться должны с помощью вас, с вашей ответственностью, с организацией. Эвакуация из здания депо лишь первая часть учений. Следующие вводные в пожарно-подвижном составе. Горит электропоезд на прилегающих путях. Добровольная дружина делает все, чтобы не дать огню распространиться. И вот к месту возгорания подходит пожарный поезд. Быстрое развертывание, и охваченный дымом вагон уже поливается из мощных бронзбойтов. Конечно, не обошлось и без ошибок, и тем не менее, погрешности при работе в чрезвычайных ситуациях могут быть исправлены в результате только таких тренировок. Цель этих учений для того, чтобы руководители структурных подразделений, должностные лица на деле посмотрели свои действия, чтобы они были готовы к ликвидации в начальной стадии всех этих чрезвычайных ситуаций. Навыки действия в случае пожара получены, теперь их нужно закрепить. И на этом предприятии, и на сотнях других на территории Горьковской дороги подобные учения будут продолжены на протяжении всего пожароопасного периода. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою.